Очень много интересной информации было получено сегодня. На самом деле, ребята молодцы, очень интересная атмосфера, очень много интересных решений сегодня представлено. Я думаю, что многие решения мы можем позаимствовать и внедрить у себя в розничной сети. Прежде всего я хочу сказать, что мне лично очень интересны компании, которые развиваются на Украине и занимаются инновациями и развитием собственного производства. С компанией ВИК «Хитлайн» и «Технохолод» сотрудничаем в течение 2 лет, но за это время я увидел, что компания постоянно вкладывает собственное производство и, исходя из этого, достигает, не стесняюсь этого слова, мировых стандартов в области подготовки и строительства оборудования для супермаркетов. Сегодняшний день, увидев данное представленное оборудование в этом зале, ну, я могу сказать, что очень большие перспективы. На сегодняшний день, учитывая экономическую ситуацию в нашей стране, то есть, ну, в нашей стране это перспективы очень большие, то есть закроют весь иностранный ритейл, ну и европейским производителям тоже это будет, ну, составить большую конкуренцию. Прежде всего, даже ценообразованием. Ну и качество, я думаю, не будет уступать даже тому же польскому оборудованию, ну, турецкому и подавно. Конечно, с моей точки зрения, компания ВИК «Хитлайн» имеет большие перспективы для развития украинского и европейского ритейла. То, что я видел сегодня здесь на этой презентации, ну, еще раз подтвердило мою уверенность в перспективах этой компании. Закуплены новые современные станки. Налаживаются современные линейки производства, используются самые последние новинки дизайна и, ну, скажем так, эргономичности и всевозможные энергосберегающие технологии. Хотелось бы отметить высокий профессионализм сотрудников компании «Хитлайн», которые проектируют качественный украинский продукт, собирают его, поставляют на экспорт, также уделяют немаловажную роль энергосберегающим технологиям, в частности, на экологичных холодильных агентах представляют линейку мебели. Уверен, что даже вот эта разработка, которая находится за мной, как агрегат, при помощи которого испытывается новейшее оборудование для работы на экологически безопасном холодогентах, в том числе на CO2, еще раз, как бы, еще будет одним этапом в развитии этой компании и продвижении ее на рынок. На рынках Европы, ну и, конечно же, Украины.